Привет! Сегодня мы закончим загрузку нашей картины на сайт галереи Саачи. Значит, мы остановились на том, что нам нужно было дать описание картины. Мы указали, как она будет упакована. Указали, что она будет без рамки, что это картина, которая состоит из одной картины, это не мультипанел. Указали вес, адрес отгрузки. Указали цену. Еще раз обращаю ваше внимание о том, что комиссия галереи Саачи составляет 35%. Дополнительно идет приблизительный расчет стоимости доставки. И вот здесь мы видим цену, ту, которую увидит потенциальный покупатель на сайте. Далее мы указываем, есть ли возможность сделать принты. Нам предложили выбрать либо печать на холсте, либо печать на бумаге. Мы выбрали печать на специальную художественную бумагу. И сразу же здесь Саачи подсчитал, сколько может стоить принт. При этом заметьте, что процент, который оставляет себе Саачи с принтов, гораздо выше, чем если бы он оставлял, чем процент, который он берет с вашей работы. То есть от суммы проданного принта вы получите всего лишь 37,5%. Ну, здесь вы можете поиграть с калькулятором, передвигая слайдер. Давайте поставим, что маленькая работа будет стоить у нас 50, а большая по формату будет стоить $82. А объясню, почему в случае с принтами Саачи оставляет себе гораздо большую комиссию. Потому что в его комиссию в этом случае входит стоимость непосредственно бумаги. Кстати, можно посмотреть, что будет, если мы выберем холст. Нам предлагают два варианта оформления холста. Это вот боковин. Можно выбрать их белыми, можно выбрать черными. Ну, мы выберем черную. От этого цена не меняется. И что мы видим? Видим ту же самую историю о том, что практически 65% от проданной картины это комиссия Саачи за то, что он продает ваш принт. Опять же, она складывается из себестоимости распечатка и его собственной комиссии. Ну, вроде мы все предусмотрели и нажимаем на кнопочку «Закончить». Немножко ждем. Пара-папам. Звучит радостная мелодия, потому что наша картина загрузилась. И теперь уже здесь вы можете редактировать ее, добавлять дополнительные изображения, настраивать различные акции и скидки. Кстати, есть очень замечательный инструмент у платформы, как бы сразу вписывает вашу картину в интерьер для того, чтобы покупатель мог представить, как это все происходит. Ну вот, наверное, и все. Теперь вы можете загружать следующую работу.
Еще раз напомню вам два важных момента. Не забываем загрузить свой ID и не забываем загрузить в раздел информация о вас, account information, информацию о вашем налоговом статусе. Если вы хотите продавать и загружать свои работы, обязательно вставьте эту информацию. Без этого работы приниматься не будет. Всем спасибо и увидимся в следующих видео. Задавайте вопросы и ставьте лайки.